Да нет, где фотоаппарат? На берегу Гарды Зе. Альпы. Сейчас я... Нет, это озеро. Это огромное озеро. Он же говорил, сколько километров. Лёня на берегу Гардазея, правда голодные, без борща бедные, но ничего, Гардазея выдержит, я думаю, что он тоже. Где ты там? А, есть, еще стоит. Viele Leute aus DDR. Jetzt? Warum? Aber jetzt viel teurer. Teurer als viel teurer. Вода чистая, прозрачная. Он бар, bei uns und da war verschiedene. Вот, смотри, куда ты повела. Пойдемте с ними. Пойдем. Хотите? 7,50. Ты нашла. Алёша. Италия. Что белье не висит на балконе. Да, да, да. Вот да, это да. Пессера мы снимали, ты знаешь, вот такие узкие дворы, как белье. Я точно знаю же, как в Кутаиси я была. Ой, как я говорю, что тебе запомнить? Я говорю, белье у меня по улице, говорю, висит, висит белье, как из окна в окно двигается. Да, из окна в окно. Нет, Леня, ты оттуда, ты то снимаешь. Потом мы находимся в городе Мальцезина, на берегу озера. Гардазея. Гардазея. А я тут тоже. Площадь красивая. Выход на Гарден Зею. Я ее никогда не думала, что ты мне сказала, как ее добила. Это ее добила. Без сомнения. Она мне не говорила. В одиночестве с ними он даже с нами не хочет знаться. И с первой. Ну и что ты это, ты у Алеандры там сними. Давай, все. Устали, зашли в садик. Передохнуть. Уютный садик с водоемом в центре. Голубь, я же говорю, давно голубь, отдохнение.
это. Это Пикассо с этим голубым. Я вчера выпила. Прилетел голубь. Выехали из Марселина. Приехали в город Костелевка. Чем ближе к югу, тем больше практических деревьев. Здесь мы на далеку.